просторы Красноярского края, этого прекрасного места на нашей земле, по сути дела настоящего райского. Поверьте, мы из той части Урала, которая впереди, редко бываем в этих краях, кто служит здесь, они знают. Но сегодня в действительности наслаждаемся этим местом, этой погодой чудесной, легкий мороз. И вот сейчас группа снижается до высоты 400 метров. Звено будет выполнять энергичное маневрирование с целью просмотра воздушного пространства. Сюда выполняется петля с поворотом в верхнюю часть на 90 градусов. Первая часть на 3. Борта!